Открытие памятной таблички с описанием дерева, памятника живой природы всероссийского значения состоялось сегодня у одинокого тополя близ поселка Харбулук Целинного района. Специально для этого в Калмыкию прибыли члены сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». Сегодня их встречали в Элистинском аэропорту. Напомним, одинокий тополь, наряду с еще 11 уникальными историческими деревьями из Москвы, Татарстана, Чечни, Удмуртии, Северной Осетии, Алании, Ленинградской, Иркутской, Ростовской, Ивановской, Тамбовской областей, был утвержден в числе номинантов конкурса «Российское дерево года» в апреле на круглом столе в Совете Федерации. И с первых дней голосования с большим отрывом лидировал и заслуженно победил. Свои голоса за него отдали более 13 тысяч человек. Сертификат о победе, а также переходящий символ всероссийской эстафеты члены экспертной комиссии передадут региональному правительству. Более подробно расскажем в вечернем выпуске.